Продолжается матч второго круга парного разряда между командами девушек из России. Ксения Алешина и Елизавета Дементьева против Марии Тимофеевой России и Марии Тимофеевой России и Виктория Конопатская. Девушки в желтых футболках. Подает Мария Тимофеева. Очередная обводка через коридор. Если девушка не поймет, что нужно держать коридор, так оно и будет. Это уже где-то седьмая обводка через коридор. За матч еще раз с такой форой против Тимофеевой Конопатской играть очень сложно. Первая подача, 37-я подача Тимофеевой. Грамотно перешла на горку, заставила ошибиться Алешину с отскока. Алешине нужно было выполнять удар с воздуха. В этом случае можно было бы удержать темп. Но она приняла решение играть с отскока, за что и поплатилась. Сорок-ноль на подаче Тимофеева. Грамотно подает. Ну, вот хотя бы так. Уходящий удар боковой линии Дементьевой поставил в затруднение Машу Тимофееву, она ошиблась. Вот. Ошибка Марии приносит еще одну очко боту Алешина Дементьева, но тем не менее пока что больше. И вновь Ксюша занимает неверную тактическую, как мне кажется, позицию, открыв коридор. И, в общем-то, Тимофеева могла сейчас пробивать коридор спокойно, потому что он был открыт полностью. Но, тем не менее, не проходит первую ночь у Тимофеевой. Не проходит первый мяч у Тимофеевой. И жестко перекрыв, причем жестко перекрыла Конопатская коридор, вернее сетку, и сыграла абсолютно спокойно, не смогла значит, Ксения не смогла отработать данный момент. Первая подача не проходит. Очередной прострел через коридор. Лиза Дементьева не очень уверенно чувствует себя у сетки. В общем-то, ее пробивают уже второй раз за этот матч. Стоит слишком близко, но не успевает при этом обработать мяч, летящий в тело. Вот, хорошо. Ксюша пробила коридор, сделала то, что делали ее соперницы, но она это сделала в сложной ситуации, грамотно пробила этот мяч на силу, ну, с короткого мяча Маша просто не успела даже ракетку подставить. По 15.
Ксения Алешина подает на то, чтобы остаться в матче. Очень хороший, плотный удар. Опять прошел через коридор. Опять прошла горка через коридор и тут же, значит, Вика Конопатская завершает атаку эффектным смешем. И выигрывают пока что девушки в желтых футболках в тактическом плане. В тактическом плане выигрывают дуэт, российский дуэт. Ксения дает двойную ошибку. Ну, это, в общем-то, вполне себе. Подала второй мячом Ксюша. У нее есть такая ошибка. Очередная обводка через коридор. Восьмая за матч, и в общем-то вполне справедливо, что при таком тактическом построении пока что шансов у дуэта Дементьева-Алешина нет. Не хватает немножко именно в тактике. Нельзя так открывать коридор, играя против соперниц класса Тимофеева-Конопатская. Закономерно проигранные очки, закономерно проигранные дни. Нужно дать должное, что Конопатская Тимофеева грамотно, очень грамотно ведет игру. Очень грамотно ведет игру. Перерыв, а мы дуэт Алешина Дементьева берет медицинский перерыв, но в это время представители команды в желтых футболках абсолютно справедливо держат себя в тонусе, продолжают играть для того, чтобы, значит, держать себя в тонусе. А мы пока что посмотрим, значит, какие-то проблемы со здоровьем Ксюши Алешина. Что-то потянуто, замораживает ей мышцы на корпусе. Ну, пока посмотрим матч. На втором корте нет. На втором корте играет Софи Брич, Беларусь, в желтой футболке. И партнерша у нее спортсменка Польша. Девушка характерна тем, что играет одноручным бэкхендом. Это достаточно редкое на сегодняшний день сочетание. Но, тем не менее, Конопатская против Алешины Дементьева. Вот, неплохо, в принципе, для дуэта Алешины Дементьева. Ошибка. Ошибка.
атака противниц Сацкока. .30 подает Конопатский, абсолютно грамотно Конопатская подает вторым мячом, но тем не менее 0.40. Но опять же, Дмитрия приоткрывала коридор сверх необходимо. Но тем не менее, вот казалось, нам кажется, что на приеме подачи Ксения Алешина занимает позицию слишком близко к центру площадки, и при таком раскладе она определенным образом сбивает внимание. Да, в такой игре у сетки преимущество. Преимущество у спортсменов в этих футболках. Польская спортсменка. Очень хорошо чувствует мяч. Польская спортсменка чувствует мяч. Очень грамотно касаемо убивающим играет. Но это второй корт, так сказать, комментарий не совсем относящийся к первой площадке. Ровно. Девушки принимают решение, кому принимать. Решают принимать первый квадрат. Ксения Алешина на приеме. Попадает. И безупречная игра Тимофеева у сетки. Ну, Алешина выбросила короткий мяч и, как говорится, была наказана за это. 4-0. Тимофеева Конопатская ведут против дуэта Дементьева Алешина. Хорошая. Алешина не стала бить смеш. И, в общем-то, наверное, в этом была определенная ошибка тактическая. Нужно было выполнять этот удар над головой. И так она отдала инициативу и уже получила опять обводку через коридор. Очередную, видимо, девятая по счету обводка через коридор. По 15 на подаче Елизаветы Дементьевой.